Еще немножко надо, вот верхние кружочки. Молодец, можно скреплять. Быстро, быстро. Лопату выпускай и быстро двумя руками хлоп. Во! Чемоданчик. Один только вылупил. Еще прижимай. Дай, дай. Трясем чемодан. Так, уже вылупились сколько? 3 яйца вылупились. Дай. Надо еще немножко снега подсыпать. Туда, где еще не вылупился. Вот. Вот это? Да. Вау! Получилось? Угу. И теперь берем блок один. Заряжаем. Смотри. Куда смотреть? Мимо. Ты в колечко хочешь попасть? Да. Ну, далеко тебе надо бросить. И раз, ставимся, раз, ставимся, два, ставимся, три. Видишь, я в кружок попал. Так, нет, ничего. А мне можешь дать, чтобы я попала? Да. Ну, какой снежочек получился, как яичко. Раз, раз, два, три, раз. Эх, мимо. Мимо, мимо, мимо. Но зато я всем покажу мою собственную советскую лопатку. Такая лопатка. Малыш, по-моему, называлась. И даже на ней написано «Малыш». Очень была популярна в 70-80-е годы в Советском Союзе. Таким кончиком она заканчивается, удобненьким, не острым. Классная. И когда мне купили вот эту лопатку, мне было 2 годика. Сейчас воду качать. В качели попадешь? Да, сейчас. Вот такие сугробы, что в них просто по колено проваливаешься. Вот тут кто-то по колено проваливался, и Саня проваливается. Да. Саня уже забыл про свой чемоданчик и просто гуляет. Я хал, который идет в чемодан.